перфоратором в 93-94 году. И попадаешь сразу в северную галерею. Подобная расцветка из-за примеси породы марганца. Это все тот же мраморизованный тесняк с примесями марганца, с примесями глины, оксиды железа. Как и раньше объяснял, пещера подобная промыта водой в очень древние времена, миллионы лет назад. 7-6 миллионов лет назад поднимаются крымские горы на Татьяну Третью, соответственно, вода это как бы статус.